После неудачи продолжаем. Я все равно покажу, где я ошиблась. Так, значит, надо выставить сначала нам время. Выставляем 3,5 часа. Так, другую кнопку. Это убавление, а вот это увеличение. Так, 3,5 часа. Так, единичка у нас это хлеб. Вот. Это вот тут выставляется хлеб, это единичка. Корочка у нас показывается вот сверху. Вот эта корочка у нас. Вот, значит, вот этот треугольник, это поджаренное. И я на чем остановилась? Это я 680 граммов надо показать, что у нас хлеб. А я не дождалась и не поставила. 2,55 на 680, 2,55 должно быть. А теперь уже вот тут пуск. Все. Начала замешивать тесто. Ну, хотела я, которое не получилось видео, что я застопорилась, все-таки не выставлять. А подумала и думаю, а почему не выставить? Ну, пусть посмотрят. Как бабушка-пенсионерка забыла, как надо это делать. И молодым девочкам наука, надо не волноваться, надо хорошо смотреть. И все будет нормально. Нет же, я что-то заволновалась, за кнопочками начала щелкать бесконтрольно. И вот итог. Но ничего, я села, опять успокоилась и думаю, и выставлю то видео, пусть посмотрят. Это моя жизнь. Чего мне бояться? Вот. И кому-то наука будет, не надо волноваться, надо хорошо установить кнопочки, посмотреть внимательно и выпекать хлеб. Я даже очки другие переодела, потому что я не вижу. В одних очках я смотрю людей, а в других читаю. Две пары очков все разные. Поэтому вот это тоже я заброшу, видя, что все нормально. А, ну, тут 2-3 минуточки. А когда хлеб какой получится, я следующее видео сниму. Вытащу хлеб, покажу, остынет. Потому что оно будет работать 3,5 часа. Ну, время, если показывать онлайн, это 3,5 часа. Это же не будешь. Ну, понятно. Монтировать у меня нет такого. Надо программу, надо компьютер. А у меня только вот смартфон. Вот. Ну, все бывает. Поэтому, думаю, выставлю, ничего страшного. Вот так она гудит. Сначала она замешивает по времени, как я выставила. Это все автоматом, автоматическое. Тут все программы вот написаны, по какой что можно. Джем можно, торт печь, бисквит там. Можно ржаной хлеб. Все-все я опять перечитала, вспомнила. Буквально все можно на ней делать, но приноровиться надо. Вот 8 лет я не пекла, у меня же было все настроено. Мне только надо было старт отправить и все. Нет, я хотела показать, я забыла. Вот. Растерялась маленько. Под видео, конечно, тяжеловато. Ну ладно, простите меня за такое, но это наука. Для молодых это тоже урок. Все. Если вы начнете с хлебопечкой, что-то у вас не получится, вы не волнуйтесь. Опять отключаете и опять набираете программу. Все. Ну, до следующего видео. Хлеб покажу обязательно. Пока-пока. Дальний Восток с вами.